Ну вот, я в принципе полностью заземлился. Сам заземлил паяльник, это обязательно. Заземлил себя, конечно. И все для того, точнее, ну, себе-то в крайнем, можно сказать, штаны, тело заземлил, даже голову. И все для того, чтобы эта сволочь не сгорела. Это также продолжаю. Сейчас буду уже делать полный обзор. 700 мВт, 135 нанометров. Сейчас я его раскрою, вот, чтобы было понятно. Так, ну чё ж, поехали. Хася. Опа. На. Вот он вылетел, зараза. Как будто только он самое не улетел куда-нибудь. Слишком уж маленький. Вот он примерно так выглядит. Сейчас я зумом приближу. Вот он многомодовый. Лазерный диод. 135-138 нанометров. 700 мВт. Так он примерно выглядит. На подложке 5,5 мм диод. Ну, короче, едем дальше. Сам он небольшой довольно-таки. Да, рискнул я взять его руками. Конечно, боюсь, как бы он не сгорел, зараза эдакая. Сам диод дешевый довольно-таки, несмотря что и мощность такая большая. Ну, дешевый из-за того, что стоит он в пределах 2000. Ну и дешевый из-за того, что расходится очень сильно, как говорят. Ну, в принципе, что, дальше больше. Пока я его уберу в этот пакетик. И чё ж, начну его вставлять. Буду вставлять его вот в этот модуль. Бывший 500 мВт. Так, эту фигню отрезаем нафиг. Больше мы тебя не увидим. Да, да. Иди нафиг отсюда. Нет, не хочешь уходить. Нет, иди давай отсюда. Ну вот, в принципе-то я его собрал. Это сам. Вот он, там диодик стоит. Маленький. Вон он там стоит. Собрал? Конечно. 700 мВт меня не впечатлил. Как по моим меркам 500 вроде как ярче был даже. Короче, что хочу сказать. Сейчас, так как он расходится очень сильно. Это самое. Да, давайте, кстати, покажу, как он расходится. Пока что вот он. Примерно такое пятно. И это примерно с 10 метров. Какой метров нафиг? Сантиметров. Вот, 10 сантиметров. Это вот такое пятно будет. Это всего лишь с 10 сантиметров так он расходится. Ну, это, конечно, меньше. И вот. Примерно 6 сантиметров где-то здесь будет. Так он расходится. Конечно, вдаль. Это вообще уж ужас. Сейчас я покажу. Камеру сниму. Вдаль примерно это. Вот так. Ну, здесь уже 1,3 метра. Его пучок расходится во всю мою комнату. Сам, то, что, можно сказать, реально фонарик. Сразу говорю, по поводу яркости, не особо-то он яркий, примерно как те же 500 мВт. Так что особенного здесь ничего нет такого. Так, ну что ж, едем дальше. Сейчас его выключу. Так, да что еще хотел-то? Так, вроде настроился. Так, а вот дело в чем.
Из камеры немного барахлит, потому что она у меня на голове держится. Так. Камера, наверное, офигела. Камера эти дела слеп слишком. Попробуем. Две линзы сегодня. Ах ты, блин. Неудобства сплошные. Две линзы. Одна 400 рублей примерно стоит на Алике. Другая, по-моему, стоит 600 рублей. Здесь какой-то мега-мега прям чистое стекло, короче, содержится. Может, чистый кварц. Короче, его здесь очень-очень мало. Да, ну, синий 45 нанометров и зеленый. Это самое 520 нанометров. Фокусирует, ну, просто отличный, можно так сказать. Потому что потери маленькие. А, еще красный хорошо фокусирует. От DVD-приводов. Вообще шикарно, можно так сказать. Ну, конечно, у нее и стоимость. Так, ну вот это, конечно, дешевенькая. Но здесь зато не одна линза, здесь три линзы. Это, считай, объектив. Это самое. Не знаю, почему, конечно, то, что он стоит дешево, потому что, я так понял, потери у него большие. Давайте попробуем, что к чему, как оно будет расходиться. Модуль, конечно, греется довольно-таки сильно. Так, попробуем сначала, давайте вот эту. Я, конечно, не знаю, будет ли она фокусировать 635 нанометров, потому что 500 мм у меня не фокусировала особо-то эта линза. Слишком, для нее, даже для нее слишком он расходимый считается. Так, ну чё ж, сейчас его, конечно, её надо до конца лучше закрутить. Так, вот пятно. Сейчас я буду закручивать, конечно. Трудновато, конечно, на рукой все это делать. Да, кстати, а чё прожигать? Угу. Вообще прожигает, нет? Мне с трудом верится. Ну да. Чё-то еле бздит. Так как он многомодовый, прожигание от него особо не стоит ждать. Таких сверхъестественных. Да, ну вот я его, в принципе, в квадрат сфокусировал. В полоску вот уже. Ну вот это его оригинальная точка, которую он будет светить, когда его сфокусируешь. Точнее, не точка, а полоска. Вон здесь даже видно излучающие площадки. Раз, два, три. Может, конечно, еще за ними что-то стоит. Но если три площадки, по сколько каждая должна быть? Здесь, допустим, по 300 мВт каждая. Сколько это будет у нас? Ну, короче, считайте сами, не лень. Так, в принципе, точки не добьешься особо. Выкручиваем ее. Посмотрим, что будет с этой. Это 400, 400 рублей. Дорогая фокусирует. Примерно. Ничего, никаких изменений глобальных я не увидел, чтобы не там в точку или еще что-то. По-прежнему полоска. Так. Едем дальше. Так, ну здесь примерно с этого уже и начинается. С полоски. Так как там кольцо стоит резиновое. Ну да, вот. Объектив он, конечно, получше, мне так показалось. Кажется, точнее. Сфокусировал его. То, что точка довольно-таки, точнее, не точка, а полоска уже меньше, чем у этой. Вот она. Да. В принципе, что хочу сказать, лучи, ну давайте свет выключим, будет ли его видно. Я, конечно, не знаю, видно или не видно, ну да, вот, якобы как лучик идет. Вот. Глазами его не особо-то видно, конечно. Это самое.
Ну, так более-менее. Блин, ну вот опять. Здесь что-то погасло. А, блок питания перегревается. Не, должен вентилятор стоять. И он перегревается. В принципе, что хочу сказать. Для лазерного шоу вполне сгодится. То, что не ослепит особо-то. Луч без дыма. Здесь показан. Ну, комната у меня, как говорится, пыльная здесь довольно-таки. Сам, поэтому здесь лазеры всегда видны. Я так понял уже. Потому что всегда лучше будет виден. Потому что как живем в общаге. Ну вот честно. Мы надымим, попробуем. Вот. Примерно столько. Совсем немного. Достаточно. Чтобы он стал довольно-таки неплохо видимый. Не обязательно действительно что-то нажигать. Дофига. Ну вот. Я чуть-чуть надымил бумажкой. И он уже становится мега ярким. Луч очень сильно видно. Можно сказать, красота его истинная появляется. Да, вот так он будет виден. Если глядеть от модуля. В принципе, на полную мощность здесь. Так. Ну вот, всем привет. Выбрался я на природу. Сейчас буду тестировать, как светит лазерный модуль. 635 нанометров, 138, 700 милливатт. Это самое, вон до того леса. Вон там лес, далеко. У него примерно метров 300, наверное, где-то. Может быть, побольше даже. Сам. Так, сейчас я включу ночное видение, будет потемнее. И включу его. Вот я его включил. Сам. Луч, конечно, видно. Ну-ка нафиг. Соломка. Вот там далеко очень деревья, вот примерно отсюда. И пошли. Вот там видно то, что деревьев такая полоска расходится. Довольно-таки большая. Так. Вот. Такая полоска будет. Деревьев. Так, едем дальше. Сейчас, конечно, всю думаю попробую дойти до туда. Это очень дофига, как мне кажется. Даже очень дофига. Только мне спиздил кто-нибудь. Если кто-то оттуда поедет, блин, наверняка увидит. Такой прожектор. Ну вот, краснее красного. Нынешние телефоны разницу между цветами ни хрена не видят. На телефоне все одинаково. Хоть и камера 8 мегапикселей, в отличие от камеры, на которой 3. Ну вот, видео с камеры
Они все сфокусированы максимально в точке. 635 нанометров, 650, 671.